ओमगणतिरां दृष्टवेनाञ्जनं समर्पय चक्षुरुन्मीतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदादे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वञ्चाकुलद्रुवश्च कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Прежде всего я предлагаю свои смиренные, почтительные поклоны лотосным стопам моих духовных учителей Нитилы Вишну Шнупата, Штата Рашата Шишимат, Бхактивиданти Шиле Вамани Госвами Махараджу и Нитилы Вишну Шнупата, Штата Рашата Шишимат, Бхактивиданти Шиле Нарайни Госвами Махараджу. В то же время я предлагаю свои смиренные, почтительные дандават пранамы лотосным стопам Нитилы Вишну Шнупата, Штата Рашата Шишимат, Бхактивиданти Свами Махараджу, Шиле Горгавина Госвами Махараджу, Шиле Бхактиракшакшидар Госвами Своим Махараджу, Шиле Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджу, всем старшим преданным, всем вайшнавам, вайшнаве и почтенным собравшимся здесь гостям. Я очень счастлив приехать сюда, в Польшу, в Варшаву, в особенности в дом Ананды Сварупини Девидаси. Она организовала такие прекрасные программы здесь. И я приехал сюда всего на несколько дней. И она организовала все эти программы, и она вдохновляет польских людей, как войти в духовную жизнь. И вначале она эта духовная жизнь базируется на том, чтобы следовать четырем принципам. Как преданные, как люди должны стать вегетарианцами. Поэтому она вдохновляет людей становиться вегетарианцами. И она пробует проявить прекрасную книгу для вегетарианцев, в которой представлены всевозможные рецепты вегетарианских сладостей и так далее. И она вдохновляет людей на духовную жизнь, потому что Чайтанья Махапрабху вдохновлял также всех своих последователей. Господь Чайтанья Махапрабху предсказал, что однажды мое имя будет проповедоваться, распространяться во всем миру. И люди будут воспевать чистое святое имя. И Шрила Бхактивинода Тхакура объясняет, если вы хотите воспевать чистое святое имя, вы должны следовать четырем принципам. Вы должны стать полностью вегетарианцами. Бхагават Нама Гуна Рупа, то есть имя Господа, Его качество, Его образ полностью трансцендентный. И Господь, Он принимает только лишь то, что чисто. Поэтому люди здесь настолько вдохновлены, чтобы стать чистыми вегетарианцами. И также они вдохновлены воспеванием святого имени. И поэтому я очень счастлив приехать сюда, и Господь Чайтанья Махапрабху распространил эту высочайшую прему по всему миру, невзирая ни на какие различия. И я вижу, как сюда приехали также преданные из разных стран. Кто-то приехал из Литвы, кто-то приехал из Украины и из других стран. И также местные преданные такие замечательные. И все очень вдохновлены следовать духовной жизни. Шрила Рупа Госвами Пад проявил это замечательное определение, что же такое Шудда Бхакти. И люди здесь постепенно развиваются в своей духовной жизни и постепенно входят в царство Шудда Бхакти, потому что без этого никто не может достичь Господа. Поэтому все должны
практиковать Шудда Бхакти, чистое преданное служение Господу. И также все должны приобрести эту книгу Ананда Сварупини, которая называется «Сладкая магия». Такая красивая книга, она все мне показала. Показала какие там различные вегетарианские сладости. И если вы возьмете эту книгу, вы будете очень вдохновлены это все готовить и предлагать Господу, и тогда Кришна будет очень счастлив этими подношениями. И тогда Кришна украдет масло, макхан из вашего сердца. Поэтому вы должны читать эту книгу, и Кришна будет очень счастлив. Thank you.